Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Alcatel U5 HD включить функцию резервного копирования Google. Для этого в первую очередь открываем настройки. Затем переходим в раздел «Восстановление и сброс», «Резервирование данных», включаем данную функцию, затем возвращаемся. Следующим шагом нам нужно добавить резервный аккаунт. Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Здесь списываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Затем вписываем наш пароль. Нажимаем «Далее». Следующим шагом принимаем условия использования политику конфиденциальности Google. И последним шагом нажимаем еще раз «Принять». И затем ваше устройство будет готово к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!